В рамках реализации проекта «Культура малой родины» одинцовские единороссы поддержали участников открытого конкурса патриотической песни «Споемте, друзья». В этом году конкурс приурочили ко Дню Героев Отечества. В ходе мероприятия вокалисты со всего Одинцовского округа продемонстрировали свои навыки. За 10 лет существования конкурса участие в нем приняли более 2500 исполнителей и творческих коллективов учреждений культуры и образования округа. В этом году на сцене театрального центра «Жаворонки» выступили более 100 конкурсантов.